Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Все у нас получится». Сегодня мы будем высаживать крокусы. Вот такое вот разнообразие. Но принцип посадки все равно будет один и тот же. Единственная разница в том, что крокусы бывают весенние и крокусы бывают осенние. Если вы купили крокусы осенние, да, скорее всего, будет указано, да, время цветения. В данном случае февраль-март. Вот, но бывает указана осень. В таком случае такие крокусы стоит высадить пораньше. То есть в конце августа, сентябре. Тогда они осенью вас порадуют своим цветением. Если вы высаживаете весенние крокусы, то высаживаем мы их за 2-3 недели до наступления сильных заморозков. Если это холодный регион, то это правило должно быть соблюдаться. Если у вас зима мягкая, как у нас в Ирландии, то время высадки, в принципе, не имеет значения. Вы можете высадить их в конце ноября, они все равно будут вас радовать весенним цветением, когда наступит весна, выглянет солнышко, день начнет удлиняться. Они проснутся и начнут цвести. Вот. Но если вы в регионе с очень холодными зимами, да, то это надо выдержать. Почему? Потому что луковка может пойти в рост. И тогда может получиться такая история, да, что наша луковка начнет прорастать и точка роста замерзнет. Поэтому все-таки надо их посадить попозже, да? Чем позже, тем лучше. В идеале за 2 недели до того, как земля скуется сильными морозами. Если температура -1, -0, можно смело высаживать луковки, но, конечно, не такие вот пророщенные. Такие пророщенные луковки лучше посадить тогда в какой-то кашпо. Вот, и поставить куда-нибудь в домашних условиях, да, чтобы она у нас перезимовала. Если луковки вот такие, можно их смело сажать даже в -1. Накрывать сразу же утеплителем не надо. Если вы планируете укрывать свои посадки, то укрывать посадки стоит, когда уже грянет мороз, хотя бы -3 градуса, не раньше, потому что многие насекомые, многие животные могут посчитать ваше укрытие своим домиком, а ваши посадки своими припасами на зиму. Поэтому надо дождаться того момента, когда насекомые и животные найдут свои домики, и только после этого укрывать растения. Вот очень важно, да, чтобы они не замерзли, но тем не менее важно, чтобы их не съели. Надо как-то попытаться подгадать это время до укрытия. Это касается любых луковичных, в принципе, это касается любых осенних, зимних посадок. Так, начинаем высаживать. Землю обязательно за 2-3 дня, за день мы хорошенько прокапываем, рыхлим. В данном случае на целую лопату нам не надо, да, но хотя бы на 4-5 луковичек глубину нам надо обязательно взрыхлить эту землю заранее, чтобы земля уже улеглась, чтобы наши луковки не ушли на глубину во время зимнего периода. Значит, мы делаем. И как мы готовим луковки? Обязательно за какое-то время, в идеале за 2 недели или даже за месяц перед посадкой, мы перебираем наши луковки, очищаем от лишних вот этих вот шелушек, да, отшелушиваем все лишнее и хорошенько
Надо все это продезинфицировать. Продезинфицировать можно в растворе фунгицида, в растворе Максим. Можно выдержать их в растворе марганцовочки розовом. Можно в растворе чеснока выжать чеснок, залить водичкой. И вот в этой вот водичке замочить наши луковки на какое-то время. Потом хорошенько просушить. И через месяц, через 2 недельки приступать к посадке. Если у вас нет этого времени, ничего страшного. Но продезинфицировать обязательно. Значит, мы делаем углубление на глубину 3 луковок. Ну, в данном случае это будет глубина пальца. Я могла бы сделать просто вот такие вот углубления и посадить туда луковки. Да? Это было бы тоже правильно. Ну, делаю углубление и размещаю их на расстоянии друг от друга около 5 сантиметров. Можно просыпать песочком. Это тоже пойдет на пользу. Если земля очень тяжелая, то мы сажаем на глубину 2 луковок. Немножко меньше. Потом я, как обычно делаю, просыпаю это горчичным порошком. Можно просыпать луковки солью. Это для того, чтобы грызуны нам их не подъели зимой. И засыпаем. Осенние посадки поливать не обязательно. Вот мы и посадили наши крокусы. Если это видео показалось вам нужным, интересным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Жанна, и канал «Все у нас получится».